Добрый день! Сегодня готовлю салат из сырой моркови. Очень вкусный, полезный. Готовится быстро, съедается тоже быстро. Витаминов просто кладезь. И возьму 4 морковочки, тут примерно 400 грамм, 7 маленьких долечек чеснока, 60 грамм чернослива, 40 грамм очищенного арахиса, соленый и обжаренный. И заправлять я салат буду майонезом. И можно уже приступать. Морковь я буду натирать на мелкой терке. Морковка готова. Теперь надо меленько нарезать чернослив. Теперь сюда надо выдавить немножко чеснока. И заправляю салат майонезом. Все хорошо перемешаю. И еще мне надо подготовить арахис. Арахис я просто немножечко потолку вот такой толкушкой. Сильно я его не измельчала, и у меня получились вот такие крупные фракции. Ими я буду посыпать салат сверху. Ну и можно уже готовить салат к подаче. Подавать я буду в маленькой тарелочке, укладывать в сервировочное кольцо. Я хочу сказать, что